Ребятки, всем привет! Всем привет! Мы приехали в Майкоп. Вы знаете, я сегодня ночью делала этот... Что я делала? Вот этот перец дунганский. Ну, он не дунганский, конечно, дунганского мы не нашли, но это то же самое практически. Бараний рог. Мы же показывали то, что мы купили на оптовке. Мне Саня все помогал, все чистил, все делал. Я говорю, Сань, ложись пораньше, ложись. А я легла в 7 часов. Да, Сань? Вы знаете, я проснулась, во сколько я? 9:30. Вот. У меня аж такое состояние, аж мурашки по коже. Мы приехали в Майкоп, город Майкоп. Вот, и хотим, ну, сегодня же воскресенье. Деткам тоже же надо же что-то. А то что они вот так, как эти, дома все время. Школа, школа, дома. И вот приехали, хотим погулять в парке. Вот, ну, надеюсь, что мы вам покажем сегодня нашу прогулку. Я сегодня, я есть плохо говорить по-русски. Я, ребятки, торможу. Я тормозок сегодня. Вообще, как земля в иллюминаторе у меня сегодня. Все, едем. Сегодня так хорошо. Смотрите, ребятки, дерево каштан. Оно все... Все сохнет, сохнет. Прямо вот здесь в ряд идут каштаны. Прям все вот засохшие. Классно, не очень люблю, когда насажено много деревьев. Так классно. Видите, все каштаны. Уже осень, уже листики, видите, падают. И ветер дует. Ой, ветер-то, господи, ух, ветер, ветерочек такой. Так хорошо, да, вообще здесь. А, Ромочка? Да. О, сухие листья этого каштана, смотрите, вообще все. Все, каштан. Да, а там вон вообще, видите, все желтое. О, осень наступила, но все равно жарко. Здесь находится почта главная, почта России, видите, какое здание. На той стороне парк. Сегодня воскресенье, и... Людей вообще на улице мало, да? Потом в парк пройдемся, прогуляемся. Ой, ветерок прям какой, да? Прям ветерок. Здесь кафе Сицилия. Здесь Макдональдс. Вот классная погодка. Ветерок прям такой хороший. Да, прям вот здесь такой проход, прям вот ветер-ветер, такой теплый. Здесь кефиси. Идемте, догоняйте. Вер, мы не фотографируемся, все. Я вас на видео снимаю. Да, вот так вот, тут видите фонтан, он ночью, ну не ночью, а вечером. Такой красивый, весь цветной. Как он называется, Саня, фонтан? Танцующий или какой там играющий. Ну, здесь на... Что здесь, площадь? А вон Ленин. Были в КСС, покушали. Вот, гуляем. Смотрите, какие голубки. А у нас ничего с собой нету, потому что мы не знали. Вот таких. Смотри, какие голубки. Смотри, сколько их много. А у нас в машине только эти кефиси. Ничего не кормила никогда. Нет, бедненькая, ты несчастненькая. Ленин, ребятки. Какая Москва? Вера, ты же знаешь, что это Майкоп. Это Ленин, он везде, и в Москве тоже. Сюда, видно, ярмарка приезжает. У нас везде воскресенье, а что-то нет ничего никого. Я дома. Вот такой парк. А мы ездили там. Напротив кушали и вышли просто побегать ножками. Полезно.
Детки, смотрите, котик. Я же кошатница, смотрите, котик. Кися. Кися. Что-то ест. Что-то лопает. Как же здесь хорошо. Здесь столько деревьев. Смотрите, все зеленые. Вообще красота. Вот вообще вот. Если бы у нас возле дома был бы такой парк, мы бы каждый день бы, да, с вами выходили с детьми. Такая красота, вот такая прохлада все-таки, вот деревья. Детки, поехали, все. Ой, Верочка подарила букетик, да, дочь? Да. Спасибо. А сейчас смотрите, что покажу там. Красиво. Держи, дочь. Смотрите, как красиво. Красиво, да? Как чисто все. Чисто-чисто. И вот эти краски не передаются. Ни травиночки лишние. Смотрите, как красиво. Лаванда, что ли. Или это мята. Нет, это не мята. Не мята. Понюхала, это не мята. А это искусственные, да? Да, искусственные лошадки. Здесь петунии розовые. Сейчас пойдем. Видите, как красиво. Лошадки. Приехали в торговый центр столица. Верушенька, идем, а то там машина. Проходим туда. Вот отсюда, да. Все, идемте. Ромочка вон уже там. Ребятки, здесь есть Эльдорадо. Сейчас зайдем. Я хочу посмотреть соковыжималку хорошую, шнековую. У нас только яблок. Сок перекрутить. Вы знаете, тут такой выбор, и я даже не знаю, что взять. Не знаю, какая здесь должна быть. Какая хорошая, чтобы вот с этой стороны, например, сок, с этой стороны жмых, чтобы жмых был по максимуму такой весь сухой. У нас есть корейская, но там она так не выжимает. Вот с Кореи я привозила, но она мне нужна чисто так, токпуки делать. Это какая вот, ребятки, подскажите, если у кого есть хорошая шнековая соковыжималка, подскажите мне, какую надо купить. Нет, вот мне надо на выходе, грубо говоря, оливье, нарезка оливье. Ну вот у него. Вот, да, вот этот, да. Редмонд? Либо рез бывает, вот нарезка кубика. Вот здесь будет тоже нарезка кубика. Угу. Это насадка или что это? Или это вот прям вот, там прям вот он? Там вставится насадка, вот она будет. И в какую цену он? Вот. 7490. О, боже, какой. А это кто? Тоже? Да, тоже Redmond. Угу. Да, вот видите, кубики. Все, четвертый этаж, идем в ананас. Ананас. Да, 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 пойдемте. Да, можно просто посмотреть. Можно просто посмотреть. Просто можно. Можно просто. Ром, ты прям как бай. Таким креслом, а, Ром? А? Ты прям как бай. Бедненький, дома не наигрался, да, в телефоны, в Xbox, да, Ромочка? А в Xbox у меня переиграли все. О, и Ром, ты, тебе года 4 был, ты такие игры играл. Ну, там тоже, видите, детки играют. Так, вот там. Высоко прям. Елку здесь проводят. Мы сюда часто приезжаем. Вот, вот видите, здесь мячики. А на втором этаже кафе столица. Также можно заказать день рождения. Можно просто посидеть, попить чай, кофе, пиццу заказать. Прохладненько здесь, классно. Вот здесь тоже игровая комната, видите? Самое спокойное, здесь можно отдохнуть, телек посмотреть, мультики. Смотрите, какая здесь стена. Аж голова кружится, да, от этих булек.
Надо же как, да? Она такая большая. Видите? Класс. Класс. И температура здесь? Сколько там? Плюс 25. Нормально. Рома, наверное, совсем для маленьких, да? Аро. Жарко, вспотел? Детки, понравилось? Ага, да. Заигрались? Да. Сейчас в детский мир спустимся. Снимите кепку, дышать не видно. Ой. Какая кепка. Наигрался, ой, да? Спасибо, маленький. Спотешки. Спотешки. Когда там этот лифт спустится? Он никогда не спустится. Да. Ну, пойдемте что, пешком. О, стойте, смотрите, что там. В лифте только один человек. Заходим, заходим, заходим. На второй? Давай на третий, Сань. Там еще пешком пройдемся. Закрывай. Вкусно, Ромочка? Бедненький мой, маленький. Точно, на третьем этаже. Ребятки, все, мы подъезжаем, приехали уже в нашу станицу. Наигрались, нагулялись, наелись. И вот сейчас едем в игрушечный магазин, надо же игрушечки купить. Куда же без игрушечек-то? Уже давно не покупали игрушечки. И еще этот, я, ребятки, заказала эти занавески детские. Вот, пока ничего не буду говорить, сейчас получу, домой приедем. Ну, тут раскрою, мало ли там дырка какая-нибудь, да? Вот. Раскрою, потом покажу. Ну, отзывы там все хорошие вроде бы. Один раз я заказала на этом Валбрисе. И вот мне там девушка написала: Люба, один раз закажешь, будешь постоянно сидеть. И вы знаете, постоянно сижу, что-то там выискиваю, высматриваю. Но вы знаете, порой есть такие цены, которые на самом деле зашкаливают там в 5 раз. А есть где, может, там и ничего. Знаете, вот, между прочим. Ну, сейчас как все получим, домой придем, и я вам покажу эти занавески. Ну, они детские, детские, ребятки. У кого девочки маленькие. Вот, ребятки, посмотрите, вот такие занавески. Вот они как здесь на рисунке, такие же будут. Я там открыла, где там в этом пункте выдачи. Вот, сейчас, ребятки. Миша! Мишенька! Вон там и Мишенькин корм, и Басика корм. Ой, ребятки, Басик растет, знаете какой? Ой, такой шкодный. Он уже такой в себе уверенный. Вот так нравится то, что он такой в себе уверенный. Вот, видите, какой? Мы потом повесим, когда покажем. Тут две шторки. Качество такое, я скажу вам, неплохое. Видите, вот. Вот. Ну, это... Сейчас. Я на кухне. Их же все равно сейчас надо постирать. Все сделать по-человечески. Ай, вот что сейчас делаю. Вот, все равно стирать, ребятки. Все равно стирать. Эй! Эй, Мишутка! Чисто такие вот детские. Видите, вот. Что там? Единорожек. Все равно стирать, ребятки. Все равно стирать. Видите, вот, что они там? Лошадки, единорожки, что там они? Вот, Басик! Уже пришел. Басик! Басик! Басюша! Вот розовые тут будут, голубые, какие там бирюзовые. Ты какой халюаси, 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 Басик, халюаси. И вот. Прикольные, да, детскую? Вот такие вот. И что здесь еще? Сейчас покажу, ребятки. Видите, вот здесь лента пришита, уже пришита. Значит, я их постираю, посмотрю, сколько там по длине, мало ли, а то сядут еще. Прикольные, классные. И широкие, широкие. Это вот одна вот эта занавеска. Тут в комплекте две. Видите, вот. Классно отстирается, отгладится.
И будет хорошо. Вот такие вот, ребятки. Вот они. Вот они. Мы же купали Басика. Вот, еще взяла, вот мне в комментариях написали, Люба, про глисту его и всех. Правда. Будь здоров, Саня. Вот, всем кошкам сейчас дам вот такую таблеточку. Басику половинку. Он маленький. Через 2 недели опять надо проглистогонить. А Басику половинку. И взяла вот такой ошейник, ребятки, посоветовали. Что там, от блох и клещей. Ну, сейчас посмотрим. Розовый. Не знаю, какой они, видите, разные. Ну, какой будет, такой будет уже. Наверное, розовый, потому что пачка розовая. Грудинку мясную. Ой, какая она вкусная. На вишневой щепе. Ну, вот Саня на бельевую веревку повесил, чтобы кошки-собаки не сожрали. И вот я обматываю марлечкой, чтобы весь канцероген был на марле. Это обматываю. Это Саня делал. Вот это, в этот раз Саня делал. Первый раз. Получилось все у Санечка. Это так вкусно. Покупная вообще в подметке не годится от домашней. Очень вкусно. У нас в этом канале Шиндер-Мандер есть видео, где мы вот показывали. Обалденное. Вкусное. Вот прям, ух, настоящее. Вот, ребятки, снял Саня марлю. Вот эту сверху. Видите, какая она? Она вообще... Она очень вкусная. Она еще мягенькая. Ее нужно, ну... Мы убираем сразу в морозилку, а вот, например, нужно там кушать. Достаем, она потом уже в себя приходит и вкусная. Вообще, сейчас покажу на срезе какая. Это вообще, да, Сань? Вкусно. Самая любименькая, самая вкусненькая. Вот покупаем, вот бывает хочется, да, купим в магазине. Ну, вы знаете, она какая-то безвкусная, да, Сань? Угу. Вот реально она безвкусная. Видите? Эй. Вообще атас. Вообще атас. Это вкуснятинка. И даже шкурка, знаете, смотрите, шкурочка мягенькая, видите, такая вся. Это атас с черным хлебушком, да, Сань? Ой, ребятки. Вот такие пачки покупаю в Икее. И там по два размера. Есть вот такие маленькие. О, видите, уже заляпала. Самые маленькие. И вот как вот есть видео, где я солила, коптила грудинку, это вот маленькие. А есть мешки аж вот такие огромные по размерам. И морозить удобно. Ну, вот сюда помещаю сало, грудинку и в морозилку. И ничего не воняет в морозилке. Вот так закрываю. В Икее, ребятки, брали, видите? Недорогие, их там много. Вот, на 2,5 литра. И на... 1,2 литра. 2 вида пакетов. Вкусно. Вкуснятина. Ребятки, буду закругляться. У меня полная ванная огурцов. Я их замочила и буду делать на YouTube, как бочковые огурцы в холодном рассоле. Все, ребятки, всем счастливо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.